Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, сбыту восстановленного оружия, в том числе за рубеж. В республике Карелия, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 19 автоматов, специальный автомат «ВАЛ», 24 пистолета-пулемета, в том числе ППШ и ППС, 23 винтовки и карабина, в том числе «Мосина» и «Маузер», 57 пистолетов и револьверов, в их числе ПМ, ТТ, «Парабеллум», «Браунинг», «Кольт», «Наган», а также 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат, свыше 9000 патронов, 165 основных частей оружия, 7 килограммов пороха, 20 единиц холодного оружия. Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой, сбытом и контрабандой средств поражения, продолжается.